даешь пропаганду в массы, причем пропаганду по украинскому сценарию, а массы должны быть желательно европейские, конечно. По факту, в обнародованном недавно докладе влиятельного института Legatum был проведен анализ методов ведения информационной войны против России. Кроме того, там есть предложение, как внедрить определенные практики украинской пропаганды в Европу. Но если короче и более простыми словами, то предлагается решить, с какой повесткой будут выступать европейские СМИ. В общем, тотальный контроль и продвижение негативного имиджа России на международной арене – вот это самое то. В докладе института Legatum идет не о том, что украинцы придумали какие-то принципиально новые технологии пропаганды и воздействия на массовое индивидуальное сознание. Речь идет о том, что та технология, та модель пропаганды, которая была разработана американцами для обработки украинского обывательского сознания, она дала свои результаты, и теперь эту модель можно распространить на те страны Европы, которые, как в этом докладе сказано, испытывают симпатии по отношению к России, следовательно, наиболее подвержены некой такой пропаганде.